знаете, чего не хватает нашим украинским хип-хоп-коллективам? Настоящего бандуриста. Ну, человека, который играет на бандуре, известном украинском инструменте. Я знаю такого. Его зовут Глеб Ивашкевич, он живет в Харькове. А еще он превосходно читает рэп. Я в этом убедилась. Правда, в весьма необычной для меня обстановке. Знакомьтесь. Глеб Ивашкевич. Молодой человек, 13 лет. Который 2 года назад взял гитару в руки. Насти, стрибай. Люди, їх мільярди, хай їм рець. Добре, сильні, ситі, багаті, всі дожарні, я молодець. В итоге ему потом подарилась одна гитара, вторая, третья. И вот он включает телевизор и видит ваш проект «Мечты сбываются», видит радостные лица людей о том, что кто-то занимается профессионально чем угодно, но не творчеством, творчество – это хобби. И вдруг они попадают на сцену, и вот этот вот всплеск эмоций, который Глеба очень сильно зацепил. И говорит: «Мама, ну я тоже, у меня тоже есть мечта, я тоже хочу сцену большую, и чтобы рядом со мной, сзади меня, сбоку, стояли настоящие профессиональные музыканты». И тут мы выяснили, что вот ему очень нравится группа «Танок на Майдане Конго». И плюс ко всему он еще поет и играет их несколько песен. И я подумала, почему бы и нет. И снова мы решили устроить розыгрыш в Харьковском зоопарке. Ну, нравится нам там. А Глебу, как оказалось, не очень. Мама героя должна была привести его туда на прогулку, но парень вовсю отказывался, желая остаться дома и играть на гитаре. Надеюсь, Глебушка, ты маму послушаешь. Моя прекрасная лимонная химия специально для того, чтобы оказаться в Харьковском зоопарке. Я уже здесь, и здесь, как в краю родном, пахнет сеном и животными. Все ради тебя, Глеб. Ради того, чтобы исполнить твою мечту. Ведь ты мечтаешь спеть «Танком на Майдане Конго». И я знаю эти песни. Я готова с тобой поучаствовать в конкурсе «Клоун-караоке». Лишь бы ты только не испугался веселого, замечательного парня, который так хорошо знает песни ТДВК. Люди, их мильярды. Хай им рейть, амбе пене. Поющий клоун, подходите. Любую песню подхватывает. Любую песню. Если он не знает песню, он вам платит 10 гривен. Если он знает песню, то вы платите 1 гривну. Можете попробовать? Можете сфотографироваться сначала и попробовать. Любую песню, совершенно, любого репертуара. Попробуйте. Да, сразу 10 гривен. Правый дикий шоу Китая, чемпион света, желто-синий, хлопцы порубав шаолини, у чверть-финале обиграл Гвадалупу, далее Аргентин, пришел от духу, вот и ступа плаков, а я ржав. На! А, не, давайте что-нибудь из попсы, вы, мамочка, не помогайте. Попсы? Не, попсу я не поем. Попсу? Не, мы не поем попсу. А что поем? Рок. Давай. Хорошо. Living is a love and free. Ты батеро, пера-пера. Я тебе честно скажу, я знаю только одну песню. Сейчас, как это, сейчас. Люди, их богаты. Люди, их мильярды, хай им рыть. Добрый, сильный, сильный, богатый. Давай 10 гривен. Да ночь. Глеб, дорогой, я Маша Ефросинина. И весь этот цирк, конечно же, только для тебя. Я не буду снимать. Узнал? Да. Как ты думаешь, зачем я здесь? Исполнить твою мечту. Исполнить твою мечту. Расскажи мне о своей мечте. Спеть с танками. Да! Ай, капец. Я тебя поздравляю. Фагот, фози, все твои уже. Готовь песню, чувак. И главное, что с тебя соло на гитаре. На большой сцене, в нашем проекте. Я тебя поздравляю. Мечты сбываются? Да! А, мечты сбываются? Сбываются еще как. О,
очень круто. Мне было, я не ожидал. Мне просто, я сейчас, у меня коленки расшатаются, и я весь вот такой вот. Ну, я даже не могу поверить, что это случилось. Здравствуйте. Можно войти? Привет. Здравствуйте. Я Глеб. Олег. Приятно. Пароль Салтов, отзыв Алексея. Понятно. Ну, заходи тогда. Расчехляйся. Расчехляйся, давай. Раз, два, три, четыре. Люди, люди, миллиарды, миллиарды, хаем рейс. Добрый сын, дети, богатый, все, даже гарни, я молодой. Если он в 13 уже ощущает инструмент, уже как бы прет его, он что-то, то главное все теперь типа, работать, работать, заниматься. Некоторые в 13 лет больше трех блатных аккордов и не знают. Баре еще не решили сбрать, а он уже лобает. Что же будет дальше? Ну, когда пел, у меня из-за того, что я волнуюсь, у меня голос слегка так подложал. Ну, я учел их советы, я буду работать над вокалом. С игрой они сказали, то есть у меня очень хорошо получается, тебе надо дальше развиваться. Ну, так вот. Погод и позе, живьем, но у меня тихий мандраж, честно. У меня до сих пор коленки трясутся.